Всех приветствую на своем канале. Сегодня у меня снова распаковка и тестирование. Новый формат видео я для себя выбрала. Буду распаковывать небольшое количество посылок и сразу же тестировать. Так, в первой посылке у меня Розалинд Шайни Гель. Все как обычно, в пакетиках упаковано. Номерки у меня 536, 531. Оставайтесь до конца видео, будем сейчас открывать и тестировать. Следующий у меня гель для фольги Savyland. И он мне пришел достаточно быстро. Этот стеклянный пузырек. Соков гель, колор. Так, здесь у нас что написано? Ничего интересного вообще. Сейчас посмотрим, как будет работать. И как раз у меня тут вот целая кучка фольги. Я, правда, не знаю, как она будет работать. Ну, тут большое количество. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь наборчиков. Тут везде по несколько цветов. В общем, сейчас будет большой обзор фольги. И слайдеры. Слайдеры мы тестировать не будем. Сейчас просто посмотрим. Слайдеры стоили очень дешево. И брала я их поштучно. Это не набор. Очень интересные. И осенние даже есть, но летела откуда тоже. Ну, такой я точно не брала. Это, наверное, подарок какой-то. Ну, вообще жесть. Я не фанат «Оно». Фильма «Оно». Пальмочки здесь симпатичные. Ну, в основном я брала из одного-двух рисунков. Не так, чтобы прям все понравилось. Классно, да? Такой новогодний одновременно. Январский прям какой-то светлый такой. Так, тут что? Тут тоже такие рождественские. Так, вот этот тоже я не брала. Однозначно я не могла такой взять. Он и бледный какой-то. Так, красивый. Вот этот я точно могла взять. И вот такой осенний. Так, еще у меня есть два гель-лака. Girl to Girl. Но, не знаю, по-моему, больше их нет в продаже. Вообще нигде. Я, по-моему, последние заказывала. Одни из последних. И сейчас их уже точно нет. Но все равно выкрашу на всякий случай 29 и 26 номера. Ну и все, переходим к выкраске. Еще одна посылка мне пришла со штампиком. Это магазин Фабин. Вот в подарочек теперь он пилку кладет. Раньше клал щеточку для ресниц всегда. Молодец продавец. Отличные товары, отлично упаковано. Плотный пакетик такой. Ничего тут не пострадало у меня. Вроде бы, на первый взгляд. И всегда кладет подарочек. Очень приятно. Так, здесь у меня такой скрапер очень твердый. На карточку больше похож матовый. И штампик. Здесь закрытое дно. Мне хотелось очень... Ой, какой он липкий. Маленький штампик попробовать. Мне кажется, тоже удобно. У меня нет... Вернее, у меня есть один, но он вообще не работает. Никак. Вот надо его забафить будет и проверить. Вот. И вот такой вот штамп теперь у меня есть. Он очень липкий. И он был по какой-то смешной цене. Рублей за 60, по-моему, я его взяла. Ссылку оставлю, посмотрите, сколько он сейчас стоит. Итак, предлагаю выкрасить Girl to Girl 29. Я, конечно, понимаю, что их больше нет в продаже, но давайте все же покажу, как выглядит. Очень красивый бежевый шиммер. Лак. Такой бежево-персиковый. Очень светлый. И серебристо-жемчужный такой шиммер. Почти не видно его на типсе, на камере. Но в жизни заметно. Так, и номер 26. Он такой совсем жемчужный сейчас. Опаловый жемчужный, что ли. Сейчас посмотрим.
Да, жемчужный, очень много шиммера здесь. Вот так вот выглядит один слой. Очень хорошо наносится, может быть, за счет шиммера. Мне кажется, очень хорошо выравнивается. И отправляю еще раз на просушку. Вот так вот выглядит. Практически незаметно на камере отличие. Ну, классные лаки, мне понравились. Теперь выкрасим Розалинд номер 531. Это серебристый такой. Вот так вот выглядит в баночке голографик. Очень много блесток. Вернее, шестигранников. Очень красивые. Сейчас попробуем выкрасить. Ой, я уже уперлась в дно. Очень мало тут продукта, конечно. Ну ничего, нам хватит. Вот так вот выглядит. Но надо приловчиться, конечно, наносить, потому что с гладкой типсы они слетают, вот эти вот эти шестигранники. Как-то его как гель надо, наверное, распределять. За верхушку тянуть, в общем, не размазывать. Но это и есть гель, заполненный вот этими блестками. Ну, вот так вот. Это все, что я смогла. Отправляю в лампу. И следующий номер 536. Здесь такие изумрудно-голубые блестки. Очень красивые, прям вообще нереальные. Кисточку рекомендую выделить какую-нибудь одну для нанесения этого продукта, потому что блестки из нее потом очень сложно вытащить будет. Ну, попробую нанести тоже толстым слоем, как гель. Здесь тоже прозрачная основа и сами блестки вот эти вот такие изумрудно-голубые. Очень красивый цвет. Надо поиграть, конечно, с ним. Научиться укладывать. Вот так выглядит в один слой. Отправляемся в лампу. Второй слой нанесу. Конечно, два слоя прям тут все заполнится. Все пробелы. И будет прям дорого-богато. И голубенький. Итак, я просушила. Имеет липкий слой небольшой. И смотрите, вот в толщину они не так уж сильно выпирают за счет этого геля. И немножко выровнять топом, я думаю, все отлично будет носиться и держаться. Очень классные гели, очень красивые. Итак, давайте поближе рассмотрим все эти наборчики. Один наборчик вот я вскрыла, поближе сейчас покажу. Это мрамор. Вот такой зелененький. Черный, это голубое небо, синее небо ночное. Это прям космическая какая-то. Это тоже интересное. Вот это красота просто. Прям янтарь. А вот это прилипла вот эта фольга к ней. Так что зачем-то вот так вот продавец их друг к другу сложил не той стороной. И, естественно, повреждение получилось. По 10 сантиметров фольга. Очень бюджетные наборчики. Сейчас еще один посмотрим. Здесь у нас, ой, цветы какие же красивые. Это тоже классное. Животный принт. Перышки, цветочки. Тоже цветы. О, Бёрбери, по-моему, да? Или не Бёрбери, не помню кто. Ну, вот это немножко такой поплывший рисунок. Вот такая. Опять животный принт. И вот эта бледноватая какая-то. Не очень понятная мне. Следующий наборчик. Здесь у нас мрамор. Это как тоже мрамор или нефрит. Что-то такое зеленоватое. Ой, какая красивая.
Здесь тоже космическая фольга. Здесь звезды. О, какая красота. Звездное небо. Класс. Очень красиво. И вот такая вот еще. Следующая у меня кружевная какая-то. Черно-белая. Красота. Кружево прям. Всякое разное. Интересно, как будет отпечатываться. Я это видела, обзор такой фольги. По-моему, у Светланы Соколовой давным-давно еще. И, по-моему, у нее там не очень отпечатался. Надо проверить, сейчас будет. То же самое, такие же рисунки, только черные. Следующий наборчик. Бабочки здесь, цветочки. Оп. Так, это прозрачный, на прозрачном фоне бабочки. Голографические розы. Тоже на прозрачном фоне. Звезды. Красота. Вот такая вот сердечки. Животные, принт. Это что? А, это тоже животные. Это тигры какие-то. Ну, непонятно сразу. Вот так вот, если на белом смотреть, то видно. Вот такая вот, очень классная тоже. Такие вот узоры. Цветы. И еще цветочки вот эти. Еще наборчик. Здесь такой более популярный, по-моему, этот набор. Очень часто встречается. Очень красиво прям. Рисунки шикарные. Похож на самый первый, который я открывала, по-моему. Ну, такие космические тут дизайны. Разных цветов. Но все же он другой немножко. Теперь еще один. Здесь у нас розовый, очень красивый, голубой, шикарный. Вот такой вот немножко видно эти пиксели. И здесь такой же рисуночек. Вот это более четкий, по-моему. Такой очень красивый. Фиолетовый. Голубой. О, какая красота. Вот это вообще обалденно. И еще вот этот остался у нас. Очень красивый, тоже мне нравится. Четкие такие рисунки, вообще классные. Узор примерно одинаковый, только цвета разные. Малявки такие, конечно. Очень маленькие. Мне кажется, 10 сантиметров даже нет. Ну, какие-то побольше, какие-то поменьше. Интересно, как будет работать. И вот такой вот. Итак, по-моему, я по порядку взяла из каждого наборчика. Но неважно. И попробуем. Сейчас я нанесу этот гель Savilant. На 30 секунд попробуем посушить. И отпечатаем. Имеет запах он, но не сильно такой неприятный, и отлично выравнивается. Все, отправляюсь на 30 секунд лампу. Я взяла другой кусочек, потому что тот слишком светлый. Имеет липкий слой, очень большой, такой прям прилип палец у меня. Я хочу, чтобы он остыл немножко. Так, все остыл, и теперь приклеиваем. Ну, прихватилось так неплохо. Допечатаем, попробуем. Допечатывается отлично. Вот что имеем. В общем-то, неплохо. По сравнению с Венолисой. Сейчас я попробую еще допечатать немножко. Отлично. Результатом я, в принципе, довольна. Неплохо.
отпечаталось. Давайте другие кусочки тоже попробуем. Сейчас я нанесу еще сюда на две типсы и просушу 30 секунд. Просушила 30 секунд, очень сильно имеет липкий слой, очень большой прям вообще. Но это, наверное, неплохо. Попробуем вот этот отпечатать. Я не буду приглаживать прям это силиконовым пушером этим. Попробуем так. Это уже на ногтях будете более... Смотрите, как хорошо отпечаталось. А здесь я влезла пальцем и сняла весь липкий слой. Но мы попробуем допечатать. На типсе, конечно, очень неудобно фольгу тестировать. Шикарно работает клей. Упора нет, очень сложно отпечатать. Для тех, кто не знает. Ну, в общем, вот. Это я уже наслоила друг на друга, и поэтому вот такие вот пошли эти трещины. Но я думаю, что этот гель классный. Сейчас я попробую сюда. Уже, конечно, я влезла зеленой фольгой сюда, но, девочки, извините. Сейчас попробуем из другого наборчика фольгу сюда отпечатать. Я думаю, все отлично просто. Она сразу прилипает. Угу. Отлично печатает. Но, видите, вот я смазала пальцем вот этот липкий слой, и все. И туда уже не легло. А так вот, особенно такую мраморную фольгу, мне кажется, даже интереснее получается, когда разными этими отпечатываешь штрихами. Здесь у меня уже подсохли еще одни типсы, тоже по 30 секунд сушила. И остыл он у меня, этот гель. И теперь, ну, рисунок, конечно, у меня вот так должен идти. Но я вот так отпечатаю, потому что влезу сейчас в липкость опять. Приклеивается замечательно просто. Нет, это классный просто гель. Просто намертво приклеивает. Смотрите, какая чистота. Почти ничего не осталось на фольге. Так, теперь вот эту попробуем. Очень красивый вот этот зеленый. Может быть, потому что как раз упора у меня нет. Я не могу нормально отпечатать. Еще тройные типсы взяла. В общем, нормально печатает. И вот эту хочу попробовать. Да, неудобно, конечно, тестирование на таких типсах проводить. Классный гель. В общем, я прям рекомендую, девчонки, попробуйте. Скоро у меня будет большое тестирование гелей для фольги. И в России, который я купила, и с AliExpress. В общем, вот гель работает. Работает отлично на 30 секундах. Я очень довольна покупкой. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной. Всем спасибо за внимание. Всего доброго, до свидания.